критически важно, чтобы наши жители, люди, которые приезжают к нам в город, знали и понимали, как строился разрез, кто стоял у истоков, кто ковал вот ту славу горняков-назаровцев, которая сегодня есть у нашего родного разреза. Когда мы говорим «разрез», какие ассоциации вам вспоминаете? Вот у меня, как у жителя города. Абрамов, Аксенов, Гуськов, Черпаков, Сидько и целая-целая плеяда людей. Их имена сегодня на аллее шахтерской славы в центре города. Их имена, фамилии и достижения здесь, в этом зале. Я искренне хочу, чтобы будущее поколение назаровцев, приходя в музей, видели, помнили и понимали, какой ценой доставалось городу то благосостояние, которое есть сейчас. Он ответит на многие вопросы, которые возникают у жителей города, которые стремятся восстановить свои династии. Здесь они найдут ответы. Я большое спасибо всем принимавшим участие в этом. Ну и хочу поздравить попутно сегодня с наступающим праздником, с Днем Шахтера.